Всем привет, с вами снова Трибунал, и сегодня 24 декабря к нам наконец-то пришло кое-какое обновление, потому что более чем полгода на Godess обновлений такого масштаба, скажем, не было. Значит, нам добавили 13-ю духовку и увеличили уровень PvP кольца. Но, кстати, здесь поувеличили звездность, я не знаю насчет уровня, по-моему, что и уровень тоже, но, возможно, я ошибаюсь. Значит, смотрите, давайте начнем с кольца. То есть сейчас есть прорыв 220, я не знаю, был раньше или нет. И есть вот звездный прорыв 149 и выше. Это, здесь точно не было прорыва, здесь он появился. Мы сейчас чуть позже будем прокачивать. У нас есть куча обычных колец, немножко красных. Посмотрим, насколько получится прокачать и насколько колец будет требовать в дальнейшем. Но помимо этого, самое интересное, это то, что добавили духовку новую. Значит, эта духовка выглядит 13-я на упыре вот так вот. Как двойной типа какой-то, две косы. Огонь и лед между собой, да, сражаются. Ну, в принципе, выглядит очень офигенно на самом-то деле по сравнению с предыдущими. Вот это вот выглядит прям достойно. Обещают то, что она будет апаться, прорыв у нее будет за новый камень, который нужно будет за донат, естественно, покупать. По вопросу прокачки, значит, нужно будет, без учета критов, 2568 камней. То есть это чуть больше, чем 250 тысяч обычных камней на закупку, во всяком случае. Но через акции, я думаю, что там будет плюс-минус быстрее, но это примерно около 8 акций полных скупленных для того, чтобы вкачать духовку. То есть это не быстро будет. Если есть у кого-то, кто собирал камни, не дарил друг другу, да, то есть не передавали через подарочные купоны, те могут апнуть, скажем так. Вот, но так, зная так, что никто не ожидал эту духовку, и многие раздавали камни, так и этот персонаж, это, кстати, топ-упырь на данный момент, да, вот он на втором месте в списке после Сивона идет. Значит, даже здесь камни были дарены, и, соответственно, здесь нет камней на ап, здесь всего 21 камень, и придется немножко поддонить для того, чтобы апнуть 13-ю духовку. Очень интересно, кстати, какие будут статы на 13-й духовке. Я надеюсь, что получится как-то попасть на какого-то персонажа и посмотреть, паролить 13-ю духовку. Чисто посмотреть, что там падает хотя бы, какие статы. В принципе, по духовке, еще раз, вот она вот так вот выглядит. Ну, реально выглядит достойно. Я считаю, что реально достойно. Но, типа, это еще один донат, еще один ап для донатеров. То есть это не для лейтгейма, ой, не то, что лейтгейма, а начальных игроков на начальных серверах. А это именно для тех, кто уже давным-давно в игре и давным-давно вдонили туда довольно небольшую, немаленькую сумму. Вот. Так, давайте попробуем кольцо прокачать. Значит, закинем сейчас все, что есть обычные. Ну, обычными вообще почти не качается. Ни синими, ни фиолетовыми. Ну, это понятно. Сейчас мы еще... Значит, вот здесь... О, здесь нам придется каждое отдельно кольцо комбинить. Это жесть. Мы задолбаемся. Так, ну давайте, ладно, пока я комбиню кольца, поговорим про обновление. Почему по более чем полгода не было видео по обновлениям? Потому что не выходили, реально не выходили обновления ни механик, ни самих вещей, ничего. То есть было обновление, когда убрали шахты для того, чтобы уменьшить жалобы на мода юзеров. Соответственно, там очень палевно было на модах, ребята палились и задалбывали админов. Соответственно, было принято решение убрать эти шахты и перенесли шахты в зомби мод, да, вот зомби режим, который есть. Их перенесли туда для того, чтобы уменьшить жалобы на мода юзеров. Но модоюзеров не пофиксили, соответственно, они как были, так и остались, процветают. У меня была идея снять видео о правильном старте, то есть как нужно стартануть на новом сервере,
и там что качать и тому подобное. Я ради интереса пробный забег сделал на новом сервере, и я очень сильно разочаровался, потому что 95% это мода-юзеры. Мода-юзерам в начальном доступе очень много доступно всяких фишек, которые обычным ребятам без мода недоступны, и, соответственно, они прокачиваются намного быстрее. И вот даже в первый день видно, когда они берут там те вещи, которых не должно быть у них, да, там уже богини проточены, там еще чего-то. И это, ну, большой дисбаланс на самом-то деле. Если стартовать на новом сервере, то вы просто будете потерпать от мода-юзера. То есть, ну, вы ничего не сделаете. Ну, то есть, даже с там более-менее донатом, типа, вы не сможете сопоставить никакую конкуренцию мода-юзерам. Если я раньше думал, что мода-юз это чисто автопрохождение там каких-то инстов или там в PvP режимах типа автобитва, ну вот в таком плане, то есть это в принципе сносно и можно терпеть, то на данный момент я понимаю, что так, секундочку, так, надо, ага, вот здесь вот кольца, то на данный момент я понимаю, что если стартовать на новом сервере и ты стартуешь честно, то ты прям будешь именно в жопе по сравнению с теми, с мода-юзерами. Ну а мода-юзят именно все, вот прям вообще жестко, и ты ничего не сделаешь против мода-юзеров. Поэтому я даже не знаю, есть ли смысл стартовать на новых серверах. Ну там, понятно, люди стартуют с модом, но я не считаю это за игру. Я никогда в жизни не ставил мод на свои устройства, никогда в жизни не поставлю. Это не игра. Ну это зачем ставить моды, играть, если, ну типа, в чем прикол? Ну типа, вообще не понимаю. Абсолютно. То есть ты либо играешь честно, либо же не играешь совсем. Ну типа, блин, это то же самое, когда ты когда-то раньше мы заходили в CS или там сейчас тот же Call of Duty заходишь и играешь против тебя мода-юзера, ну типа, или ты на моде, ну типа, какой интерес? Ребята играют, ну типа, я не считаю, что мод это какое-то достоинство или какой-то реально прям кайф приносит для того, чтобы его юзать. Ну блин, честно. Так, смотрим, сейчас мы поднимем. Давайте, вот, смотрим, 5, 10, 15, 13 колец, ой, 18 колец на ап. В принципе, много-то и не получится апнуть, даже вот с запасом колец, которые были, получится апнуть всего чуть-чуть. Что у нас получилось? Пока только 3, 4, 5 левелов, да, получилось. Так, получилось апнуть 6 левелов, ну, в принципе, прирост небольшой, немножко всего. Ну, я надеюсь, я так понимаю, что вот здесь это тоже не было, этого появился этот апгрейд. Это еще плюс 10 PvP, также свадебное кольцо, его тоже можно делать прорыв. Вот, я не думаю, что там человек оставлял, именно хранил для того, чтобы типа на растрату золота. Я думаю, что этих прорывов не было. Здесь тоже добавили, я считаю, прорыв. Но если нет, напишите в комментариях, может я ошибаюсь, если эти прорывы были. Вот, так, персонажа не показываю, потому что просили спрятать, не показывать именно в целях каких-то тактических, но я думаю, что если вы в комментариях будете, напишите здесь, что хотите обзор на этого персонажа, накидайте лайков, то мы покажем собственнику, что его хотят видеть, и люди интересуются, соответственно, я думаю, что он раздобрится и даст этого персонажа на обзор, мы сделаем его. Я думаю, что это вполне возможно. Также, ребят, не знаю, будут ли видео в дальнейшем, именно в ближайшее время, так как на носу Новый год. Поэтому заранее всех поздравляю с новым, с наступающим Новым годом. Ребят, чтобы в вашем 2020 год все плохое осталось и перешло в только хорошее, чтобы Новый год принес вам много счастья, новых каких-то свершений и успехов, скажем так. Все, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.